Итак, друзья, новые функции отменили в Windows 11. Раньше, помните, открываем папочку, переносим какой-нибудь, значит, ярлык или экзешник на рабочий стол, сразу же создается ярлык на панели задач, значит, и, соответственно, теперь в Windows 11 нельзя разместить ярлык на панели задач, просто перенеся его туда. Друзья, отличная функция, я всегда ей пользовался, и теперь ее нет. Это очень печально. Чтобы закрепить приложение на панели задач Windows 10, достаточно просто перенести ее, на нее ярлык. То же самое касалось в открытых файлах приложений, закрепленных на панели задач. Например, если вы пользуетесь открыт Photoshop, Windows 10, достаточно выбрать изображение, которое нужно отредактировать, перетащить их курсором мышки на ярлык запущенной программы, и все они откроются в графическом редакторе, да. Но Windows 11 ни первая, ни вторая функция не работает, друзья. Это очень печально. Очень полезные, крутые функции были раньше. А знакомое по Windows 10 контекстное меню, открывающееся по нажатию правой клавиши на панели задач, тоже не работают. Блин. Это просто печально. Естественно, пользователи, которые привыкли к этой возможности, также положение дел не устраивает. Facebook Hub хватает отзывов, в которых многие высказывают свое разочарование в исчезновении из Windows 11 удобных функций даже. Сама компания отмечает, что в настоящее время перетаскивание файлов в приложение на панель задач, чтобы открыть его в этом приложении, не поддерживается Windows 11, но мы ценим все ваши отзывы, и мы продолжим использовать их, чтобы в будущем улучшить эти функции. Друзья, главное, чтобы они этой фразы просто не послали всех пользователей. Ну что ж, вот такая новость, ссылка на нее в описании. Всем пока, до свидания.